Карагандинской области тестируют цифровое телевидение. 10 дней будет проходить его пробная трансляция. Сигналы распространятся на 25 населенных пунктов, однако аналоговое телевидение во всех регионах по-прежнему действует. Ранее мы сообщали о том, что Казахстан до 2022 года полностью перейдет на цифровое вещание. Стоимость этого проекта уже превысила 50 миллиардов тенге, однако для казахстанцев это бесплатно. Но принимать цифровой сигнал могут телевизоры, выпущенные только после 2011 года, или любые телевизоры со специальной приставкой. Купить приставки можно в магазинах техники и на рынках. Стоят они от 3000 тенге.